Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. Мелкая посылка. Сейчас распечатаем. Так, это у нас посылка сайта GearBest. Вот такие маленькие фигурки. Разные. Так, стоимость данных фигурок я уже не помню, сколько стоит. Вот так вот они выглядят. На ощупь обычная пластмасса. Немного воняет резиной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять штук почему-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, наверное, в таком количестве они и были. Добиралась сюда посылка. Ну, где-то, наверное, три недели точно ехала. Так, а здесь у нас... стоит дата. Получается, где-то месяц даже уже добиралась сюда. Заказ был сделан на сайте GearBest. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, заходим, заказываем. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.